Вот нашла суши-ресторан. Не знаю, как его читать. А как называется ваш ресторан? Легио, да? Легио называется. Вот. И решила попробовать тут суши. Ну что ж, давайте попробуем суши от Легио. Вот они упакованы в такую коробочку. Вот, и видно, что они это много так сильно посыпаны икрой. Я делаю обзор на суши. Вот к ним дали палочки, дали имбирь такой консервированный. Суши Легио. Дали еще соевый соус. Вот такую банку. Еще дали васаби. Вот так вот насыпано. Вот. Ну что, надо попробовать суши и решить, нравится она нам или не нравится. Вообще цены у них даже чуть-чуть пониже, чем в кафе. Вот, ну можете посмотреть на сайте, я думаю, там в интернете. Вот, попробуем. Это суши Калифорния. Вот, в центре, в принципе, все стандартно в составе. Сейчас я... Попробуем. Это первый раз я пробую Калифорния с крабом. Очень необычно. Довольно вкусно. Правда, сами суши суховатые, мне показалось. В них нет вот этого кремового соуса, который обычно добавляют. Поэтому я вам советую его, и эти суши побольше опускать в соус. И тогда будет вкуснее. Так они суховаты. Рис нормально склеен. В целом неплохие суши. Но придется использовать много соуса. Вот. Спасибо за внимание. Это были суши от Легио. Напишите, если вы тоже пробовали такие суши. Понравились вам или нет. И какие... Если вы попробовали какие-то другие, кроме Калифорнии, тоже напишите, какие вкусные, какие нет. Спасибо за внимание и всем пока!